जाना, नहीं जाना मेरी मां दे नाल नहीं जाना। नहीं जाना, नहीं जाना मेरी मां दे नाल नहीं जाना। पहली पहली बार मैनू दियोर लेने आ गया, पहली पहली बार मैनू दियोर लेने आ गया। दियोर दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड चुकिया ना जाए, मुँह बोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए। दियोर वे दियोर ते दिल दा चोर, मैं दे नाल नहीं जाना। Жена, собери меня завтра, иди в дорогу. Хочу съездить в город, а путь не близкий. Хорошо. Тебе нужно встать пораньше, к вечеру вернуться. Вот, поешь. Что-то ты бледная, ты хорошо себя чувствуешь? Немного устала. Лягу сегодня тоже пораньше. Я птица, лечу высоко, небо, небо далеко, далеко, высоко, высоко. У нее жар, какая горячая, и бредит, врача скорее. Небо, небо далеко, далеко. Жена, о горе мне, вы опоздали. И все из-за этой горы. Слышишь, гора, прочь с моей дороги. Если ты сама не уйдешь, я уберу тебя вот этими руками. А чего ты хочешь добиться этим, если ты сам умрешь? Мне даже не кажется реальной эта идея. Невозможно. Невозможно передвинуть гору в одиночку, потому что он не справится, он упадет. Потому что гора очень большая и тяжелая, а у человека столько сил нету. Невозможно. Если упадешь в яму, то что произойдет с тобой? Он может упасть и ушибить голову, разбить тело, сердце, ноги, руки. Я думаю, он не проживет столько времени. Это надо будет несколько тысячелетий и даже миллионолетий, чтобы сдвинуть гору, а тем более одному человеку. Не сможешь, невозможно это потому, что это опасно. Я сдвину эту гору, даже если мне придется работать день и ночь, и проложу дорогу в город. Помните моей бедной жене. За 22 года непрерывной работы ему удалось прорубить в горе проход, так что путь из его деревни в город сократился до 1 километра. Вот что может один человек, если он настроен решительно. Teere mitne nahi hoye, teere mitne nahi lagde ne bol.